В Атрауской области возрождается рыбная отрасль. Произведенные кооперативы, раньше занимавшиеся ловом и продажей свежей рыбы, благодаря госпрограммам, инициированным президентом, приобрели современное перерабатывающее оборудование. Производственная атраускими рыбаками продукция пользуется огромным спросом не только в странах СНГ, но и завоевала рынки Западной Европы. Копченые вяленые вобла, лещий жерех, филе из судака и сама, сазана и щуки. Это далеко не полный перечень продукции, выпускаемой производственным кооперативом «Мангильды». Всего в день с конвейеров предприятия выходит до 3 тонн переработанной рыбы. Раньше выловленную рыбу мы продавали в свежем виде, имея минимум прибыли. Воспользовавшись инициированной главой государства программы поддержки малого и среднего бизнеса, приобрели в России современное оборудование и теперь выпускаем готовую продукцию. Более 90% рыбной продукции кооператива сегодня уходит на экспорт. Благодаря той политике, которую проводит наш президент, перед нами сегодня открыты все двери. После создания таможенного союза, до минимума сократившего бюрократические препоны на границе, мы увеличили производство почти в 2 раза. Атарауский рыбацкий кооператив успешно торгует не только со странами таможенного союза и СНГ. После получения специального разрешения филе из судака и сазана нашло спрос и на европейском рынке, в Германии, Франции, Польше. Показательно, что с удовольствием покупают казахстанское филе и в прибалтийских странах, где есть своя рыба. Возможности, которые открылись перед производственным кооперативом, заметно повысили уровень жизни людей. В качестве поощрения для сотрудников мы устраиваем такой небольшой отдых, отправляем их в Талант, в Турцию, а также в санаторий Сарагаш. Каждый год мы организуем для детей, наших сотрудников, летние каникулы и оздоровительные центры. Благодаря инициированным президентом программам помощи экспортоориентированным предприятиям успешно занимаются не только ловом, но и переработкой рыбы другие атырауские коллективы, возрождая таким образом былую славу рыбной отрасли страны. Виктор Сутягин, Тимирлан Сотангазиев, Атырау.